Radiant Team Ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Behold the Horn of Magnus. Team Empire's turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Sand King. Ну что ж, друзья, рады вы всех снова приветствовать на DreamHack Moscow 2015. С вами Force и Light of Heaven. И мы посмотрим с вами последнюю игру на сегодня. Это матч между командой Empire и 4CL. За роботов обещает быть жаркой, поскольку два коллектива довольно-таки уверенно себя показали в полуфиналах. И сейчас им нужно будет продемонстрировать свое мастерство. Да, можно пока что представить команды. У нас возникла небольшая пауза. Там один из игроков команды Empire должен сейчас в ближайшее время выбрать героя. Ну, а представим, собственно, пики и игроков у команды 4CL. Пайкат играет на Герокоптере, Никола на Дарксире, ЕГМ на Рубике, Сакса на Андаинге и Секси Бамбу на Магнусе, что достаточно забавно, потому что Секси Бамбу он обычно в хардлейне играет. И команда Empire. Это Resolution играет на Тине, NoFear забирает Лину, Фреки играет на Бене, он же Aloha Dance, Фаник забирает Сенкинга, и Хвост у нас играет... Хвост у нас на... играет на... Queen of Pain, нет? Queen of Pain. То есть это Resolution соло мид Тине и Queen of Pain на сейфлейне, скорее всего. Ну, пока неизвестно. Возможно, они захотят как-то там подбайтить, изменить лайнап. Есть хорошие шансы. И, видимо, вот все это время они решали, что же делать. Да, вполне вероятно. Ну что ж, посмотрим сейчас, куда у нас разбегутся игроки. А пока мы можем сказать следующее, что вот Vega Squadron, которые любят играть через саппорт Лину, на саппорт Лине у Vega как раз-таки играет Соло, который является игроком четвертой позиции, и он очень много вывозит на этом герое. То есть он там стаки потом какие-то в лесах забирает, лес фармит, и
там просят у нас игроки выключить свет, мешает, видимо, играть. Ну да, действительно, есть такое дело. Вот, и эта Лина, вот, которая вроде бы играет на четвертой позиции, она имеет очень большое количество артефактов, чем много проблем способна создать вражескому пику. Ну а вот здесь, как у Empire получится, я все-таки привык видеть Ноуфира на такой сугубо пятой позиции, который, ну вот, в основном там только варды покупает, а Лоха Дэнс, он как игрок такой великолепный, вот мы много раз отмечали мастерство Алохи, что он постоянно, вот в любой игре, неважно как идет матч у Empire, он всегда делает все на максимуме. Но это отчасти у него получается, потому что он саппорт именно четвертой позиции, у него очень часто есть и фраги, и артефакты, и фарм он какой-никакой получает. Ну а сейчас мы видим то, что хвост тут встречается с Секси Бамбу, который на Магнусе, судя по всему, будет стоять в миде, потому что закуп у него такой соответствующий. Обычно я таки повторюсь, что Секси Бамбу играет на хардлейне у клеверов. Ну, вообще, команда клеверов такая достаточно своеобразная, они очень часто меняются ролями друг с другом. Клевера сделали выход в вражеский лес с одной единственной целью, чтобы заблочить стаки, возможно, потому что хардовый синкинг ожидается в Империи. Но, в свою очередь, немножечко все по-другому получилось. Просто сделали такую вылазку, поставили вард, чтобы нельзя было отпуливать, и выходит триплой в харду, чтобы можно было наказать Тинника. Но дело-то как раз-таки в том, что Тинник-то все-таки будет стоять в мизе, и как раз-таки резолюшну помогать будет Алоха Дэнс, который очень часто опять-таки играет Бэйном. Так, опять-таки попросили паузу у нас небольшую. Алоха Дэнс играет на Бэйне в миде, и он всегда помогает своему мидеру, то есть резолюшну. Неважно, на ком он играет, на Шэдоу Финде или на Тине. И самая главная задача Бэйна в этой ситуации — это, ну, мало того, охранять резолюшну, то есть вот так вот заходить за крипов, мешать как-то Секси Бамбу добивать крипчиков и получать экспу, ему опять-таки очень важно стаки делать. Так, Найтмар, похоже, Секси Бомбу сейчас будут тосать на большого, ну, не на большого, на дальнего крипа. Нету скивера, и тут, похоже, придется драться до конца. Лоха Дэнс бежит дальше за Секси Бомбу, он достаточно быстро, у него муспит 315, но и Магнус тоже не отстает, он тоже очень большим муспитами, хотя тут Найтмар. Так, это, похоже, у нас даже First Blood будет, потому что Секси Бомбу просыпается, но ему деться просто некуда. Отличная игра от Бэйна. И перцы задоджили полностью агрессию от клеверов. Казалось бы, сейчас гирокоптер будет Тиннику раздавать, и у него не будет никаких шансов на изи лейне, потому что 0 армора, 285 МС, довольно-таки не самый сильный герой там до 6-7 уровня. Но сейчас мы видим наоборот. В изи лейне стоит папа, которую нереально подцепить Рубиком, потому что хвост хорошо держит дистанцию. А в миде, как мы видим, Бэйн пока побеждает Андаинга с Магнусом. Да, очень нетривиальная у нас игра получится, потому что вот, по крайней мере, тот матч, который я последний комментировал, это противостояние Вега и MVP, там было все ясно, как на линиях будет получаться. Здесь же совершенно непонятно. То есть тут как Resolution может мид выиграть, так и Магнус может неплохо пофармить. С другой стороны, на топе как Герокоптер может много получить, так и Queen of Pain. И на боте самое интересное противостояние — это Дарксир против, внимания, Сэнд Кинга, который играет через пассивочку. Такое очень редко можно когда увидеть. Ну, я имею в виду, что вообще, в принципе, Сэндкинга на хардлейне, а тут еще Сэндкинг, который, ну, пока что песок не берет, он берет пассивку 2, но она действительно сейчас бафнутая, вот так вот Фаник играет, там, даже не обязательно добивать крипов, они там впоследствии сами, ну, взрываются и дэмэдж наносят, пусть не такой большой, но все равно неприятный, там, такому милишнику, как Дарксир, ему очень тяжело в такой ситуации себя как-то вот проявить. Да, Сэндкинг, как мы знаем, существо довольно-таки уязвимое, у него не самые лучшие статы в начале игры, и своими способностями он частенько любит нападать, но здесь немножко получается по-другому, что Дарксир пушит постоянно линию, и из-за этого он почти весь фарм забирает у себя под тауром. То есть пока Сэндкинг фактически полностью окупает свой пик, и нужно где-то резко отвечать, чтобы нужно было врага прессовать. Зомби хочет перейти наверх, понимает то, что с Магнусом какой-то синергии не образовывается, да, то есть там что-то один издалека кидает, второй, но никто не цепляет. И из-за этого Тинни просто стоит и добивает.
Поэтому лучше всего перетянуть наверх. Вот, может быть, с Рупиком как-то получится напасть на Лину, если она поставится. Да, потому что Queen of Pain здесь убить достаточно тяжело. У нее блинк имеется, ты ее как цепляй, там не цепляй. Ну, если только обойти как-то по-хитрому, да, там со спины. И Ноуфир прекрасно осознает, что он самая главная цель на этой линии. Ему нужно держаться как можно аккуратнее, чтобы не позволить сопернику себя убить. Давит в лес у нас команда 4 сел, ставит ребята томбу, но хвосту, в общем-то, все равно. Он, более того, он сейчас эту томбу разобьет и получит денежку. Причем неплохую. 75 золота. Спасибо, ребят. Говорит хвостец, еще заходите. 75 голды. Так, ну, перетягивается у нас наверх Бейн, пока его цель не ясна. Возможно, хотят реализовать отсутствие тамбы, потому что в целом 3 интрика и прокаст у них дикий. Нужно играть аккуратно. Клевера, в свою очередь, продолжает стоять в защитной позиции и выпуливают крипов. Цель, чтобы оттянуть линию обратно. И вот сейчас, может быть, произойдет замес за мишек. Ну-ка. Ну да, надо постараться как-то Империи не отдать тут крипов, подобивать, что можно, и желательно даже нейтралов добить. Ну сейчас получится печально, то есть они выпулили крипов, и получится совсем наоборот. То есть мало того, что имперцы заберут маленьких крипов, так они еще заберут и мишек. Это, наверное, явно не то, на что они рассчитывали. Ну, радует только пока что команду клеверов то, что у резолюшена стаков нету на сильные точки, ну и то они этого не знают, то есть это вполне вероятно нужно будет проверить, зажать какую-то смолк, и вот сейчас, похоже, секси-бомбу опять у нас будет терпеть, ему нужно тосать на дальнего крипа, у него есть скивер, он, конечно же, на нем уходит, но резолюшен, у него нету маны на валанс, она только появилась, можно было бы откинуться, на самом деле, учитывая то, что у резоли есть реген, он бы восстановил бы и хп, и ману, но решил резолюшен не прожимать. Так, ну и пока Бейн. Бейн, в свою очередь, понимает, что ему особо нечего делать сверху, все-таки там он пока лишний, будет экспу у Лины с Queen of Pain забирать, и Алоха Дэнс просто охраняет Тинника. То есть да, конечно, Магнус продолжает спамить, но с другой стороны Тинни начинает набирать потихоньку критическую массу, и сейчас мы видим то, что по крипстату он чувствует себя солидно. Топ-1 среди своей команды. Да, неудивительно то, что резолюшен в миде Магнуса обыгрывает, ему все-таки там помогает всячески Бейн. Ну, Магнуса мы привыкли видеть таким немножечко обиженным, если честно, на линии. Вот против кого бы его ни поставили, против СФа, против Квапы, Лины, Тини, всегда он получает несколько меньше крипов, нежели чем его соперник на миде. Но Магнус хорош тем, что насколько бы тяжелые условия его не были, он с мида всегда свои артефакты вытащить может, если постарается, да? То есть там даггер купить несложно, если ты шоквейвами грамотно спамишь. На топе пытается... Ох, какой же грамотный дикей сейчас был от Саксы по двоим, ставится бомба, подняли хвоста, и хвост все-таки успевает отблинк. Не удается команде 4 сел сделать фраг. Ну, была очень хорошая попытка. Дикей вот по двоим он... Да, да, и Пайкат вовремя отошел, понимал то, что если дадут ему бурс, то зомби вряд ли его отхилят, и продолжают потихонечку пушить линию. Довольно-таки грамотное действие демонстрирует клевера сверху, чтобы задавить врага, потому что если ты никого не можешь подцепить, то тогда самое действенное — это просто пропуш тавер. Тавер пушится довольно-таки хорошо, у него нет уже полстолба, и вот гирокоптер так вот тычка за тычкой свои цели достигает. Вот пока что в этой игре я не знаю, хватит ли команде Empire мощь для того, чтобы драться с клеверами в мидгейме. У них, с одной стороны, баланс в пике соблюден. То есть есть Тини, который реально хорош в лейте, есть очень сильный магический проказ за счет Лины, Квапы и Тини того же самого, да еще и Сэнд Кинг. Но мы видим то, что хвост на топе получает, ну, не так много, как гирокоптер, и экспа у него, наверное, все-таки там, ну, не так много у него экспы, как хотелось бы, скорее всего. Тини в миде, ну да, он, в общем-то, фармит, ну, тут и Магнус фармит. В общем, тут сложно пока что предсказать, какой будет мидгейм. Ну, по крайней мере, мне. Я так вижу, что Дарксир у нас в ближайшее время меку должен покупать, и вот будут клевера переживать все это дело. Секси-бамбу получает тос, юзается скивер, и, похоже, убить секси-бамбу здесь не удастся. Очередной раз. Похоже то, что имперцы пока выигрывают время. Все-таки они прекрасно понимают то, что если у тебя есть Сэнкинг, то ему нужно время раскачаться. То есть желательно иметь себе блинк, ну и, возможно, потенциально 11 левел, чтобы можно было с ульты влетать. И раз уж такие дела, то мы стоим и ждем, пока фаник раскачается. Фаник на харде чувствует себя довольно-таки уверенно. 33 крипа. И, казалось бы, ну да, Дарксир немножко побеждает, но учитывая, что Дарксир хорошо расправляется с миличниками, то это нормально. Можно пожертвовать статом. Говорит, Транквилла выкидывает. Да, я помню так у Фаника один раз. Помню, Транквилла своровали, да, было дело. У Фобоса. Да, точно. Фаник своровал так Транквиллке. Но это такой вот микро-момент. Тут, конечно, надо уметь кликать.
А что у нас? Нашли Лину. Нашли Лину, да. Отстанет здесь должен Ноуфир, но станом он не попадает. Да даже если бы он этим станом попал, вряд ли бы это что-то изменило. Сравнивает счет Кливера на 8-й минуте. Хорошее действие от наших европейцев, наших товарищей, потому что вот где-то 6-8 минуты — это обычно именно тот момент, когда в леса уходит Тини подфармливать за счет своих нюков. Может быть, Лина там будет стараться крипов убивать. И таким образом вы просто почекали, есть ли там что-то. Да. Они, в общем-то, убедились, что ничего нет, и можем продолжать дальше спокойно стоять на линии сверху. Качать гирокоптеры. Но они там стаки искали. Кстати, Фанник у нас на хосте приходит на топ. Кап здесь вряд ли выживет. Хотя, погоди, ставится томба, подходит резолюшн, дает свой прокаст, еле-еле выживает пост, отблинкивается здесь. Фанник бежит еще за Саксой, но мне кажется, шансов у него убить Андайнга здесь совершенно никаких. Т появляется у Магнуса. Магнус решил не рашить. Даггер решил не рашить. Вот, кстати говоря, Секси Бамбу, он реально очень круто играет на инициаторах вот таких вот ауешных, типа Шейкера, Магнуса, вот на подобных героях. И я тут от этого игрока жду очень многого. Ну, он такой парень, который в свое время переиграл и на миде, и на изилейне, и на харде. Он прекрасно понимает, как должна действовать его команда, чувствует там, когда кто-то может зайти. Он выжидает паузу элементарно. Да, когда кто-то не может, то есть этот герой, этот игрок, он довольно-таки опытный. Поэтому сейчас ему нужно играть осторожно, потому что выходит паник, подходит хвост вместе с Бейном, хороший прокаст, и Бамбу погиб. Браво. Пока Фанник наводит движуху. Да, вот Ноуфир, правда, на боте подставляется немножечко. Ну, конечно, не сильно. Хотя, кстати, 326 золота за фулл саппорта такого самого нищего, 737 шекелей у Лины за 10 минут игры. То есть это очень мало. Ну, хорошо, тапок есть, и на том спасибо. Тапок варды. Рубика не намного больше, в общем-то. Ну вот Фанник пока демонстрирует уровень. Он поставил харде, получил для себя экспириенс, 7-й уровень. И с 7-м уровнем ты можешь убить почти любого противника, все, что тебе нужно, легкий ассист. Сделал хорошую вылазку сверху, сделал отличный мув на центре, а снизу оставил линию для своих суппортов, чтобы Бейн или Лина смогли получить быстренько 6-й. Причем сейчас может быть круче. Фанник возвращается на линию, вместе с ним подходит и Ноуфир, но Фанник, видимо, хочет свой блинк добить. Ну, с Ноуфиром они могут добить блинк для Фанника на гирокоптере, mm-hmm. если Файкат подставится. Они решили поделиться, мол, так, знаешь, ты те корешки, а мне вершки. Ну, Сын Кингу голда, а линию вся экспа отдал. Ну, нужно 6-й просто Ноуфиру получить, потому что Лина без лагуны, особенно если это саппорт Лина, она, в общем-то, мало чем полезна. Полезно, конечно, но с лагуны ее потенциал, естественно, возрастает. Так, ну и Mecha на Dark серии. Обычно вот этот артефакт гарантирует тебе такую легкую доминацию на ранних заметах, поэтому сейчас нужно идти и реализовывать. Ну вот Нико получает прокаст, тут еще и эпицентр, Нико жмет. Ох, какая РПшечка, хотя мне показалось, что должно было и Фанника попасть. Двоих игроков должны убить здесь Кливера. Ну, лагуны не хватило. Тем временем Тини на лесах. Думал, погибает, да. Уже ждал я от того, что Resolution может у кого-то там в другой части карты умереть. Вот немножко не рассчитали, то есть Мека пришла для Дарксира в последний момент, может быть, не прокликали или там не посмотрели, и в результате получилось так, что просто подарок для Кливеров. Сейчас они могут идти и продолжать навязывать свои размены. Фанник у нас все, он побегал, понимает, что нужно 500 голды, и все-таки стоит пойти добить их в свой лес. Тини, в свою очередь, покупает вот такую чудесную штуку, и теперь он может прыгать. И вот когда обычно такой артефакт есть, то обычно вот делает смок-атака, и они идут удивлять своих противников. Да, нашли Магнуса, подходит. Ну, у Магнуса много хитпоинтов, тут еще к тому же могут как-то... Нет, прервать не могут никак совершенно этот финсгрип. Хороший фраг только что сделали Empire. Пытаются, кстати говоря, еще и EGM поджать. И тут есть, кстати говоря, вард, и имперцы все прекрасно видят. Прыгает Resolution, не может он дать прокаст, потому что у него в кулдауне сейчас находится первый скилл. Летит в кулдаун, комбо стоит. Алоха Дэнс усыпил Файката, но замедление очень жуткое здесь. Правда, не знаю, будут ли продолжать 4 CL атаку. Да, Алоха Дэнс, по крайней мере, постараются забрать. Он там мансит, но сильно тут не отмансишь. Ну, таких героев. 2 в 2 получилось, по сути. Кливера хорошо защитились. Прекрасно понимали то, что Тини вряд ли остановится на руне и, может быть, пойдет кого-то убивать, и зомби оказался как весьма кстати вот в нужном месте, чтобы своих союзников защищать. Интересно, чем же у нас будет хвост заниматься в этой игре? У него фарма не так уж и много, но учитывая то, что он
не покупает сейчас совершенно ничего, наверное, это будет Point Booster. И я вот... вот предпочитаю, когда вот Queen of Pain играет именно так, там, ну, с Оркидом ты можешь себя не реализовать, учитывая, что и у Empire, и у 4CL у них, скажем так, мидгейм очень сильный, и тимфайт очень хороший. И вот когда ты именно 5 на 5 дерешься, Оркидом можно не так много сделать, как Аганимом. Ну, как мне кажется. Плюс Аганим статы дает хорошую выживаемость, ты будешь переживать всякие кулдауны, Рокет Бараж, а это для Queen of Pain немаловажно. Ну вот на месте хвоста, с одной стороны, конечно, наверное, стоило бы ему попробовать пойти на кого-то покричать, но хвост понимает то, что у врага довольно-таки серьезный замес и мека, и вряд ли у тебя получится кого-то забрать. Поэтому вместо этого он предпринял решение фармить свои леса и так вот потихонечку добивать 11-й, чтобы можно было потом регулярно спамить культой Саганима. Да, хвост просто не видит потенции для того, чтобы куда-то прийти и убить, он не такой герой, как Герокоптер. А все толстые, ну, пошли они нафиг. Ну, обычно, да, как Герокоптер делает сейфлейна, прожимает смоук, бежит куда-то там на харду и, если не убивает, идет там или вышку, например, пушит, или еще что-то делает. Мне кажется, будет немножко сложнее реализовать, там леса какие-то профармить. Так, и вот мы видим реализацию руны инвиза. Хвост пошел искать врага, в свою очередь имперцы занимают позицию на горочке, но неожиданно решили сойти. Находит зомбаря, отличная стяжечка, подходит Магнус, забирает Нуфира, успевает дать лагуну, но, увы, тут вся команда клеверов. А хвост, погоди, в инвизе сзади, но его тут видно, его зателекинезили, хвост успевает отблинкнуться, но его тут видят зомбик, он пытается уйти телепортом и не смог хвост уйти отсюда. Очень плохая драка для команды Empire, это очевидно любому здесь. Ну, клевера молодцы, они в свою очередь вместе собрались и решили попробовать просто пойти надавить, может быть, что-то и получится. И, возможно, неоправданно случилось то, что просто не дали хвосту дойти первым в инвизе. То есть вместо того, чтобы дать своему разведчику показать, кто там стоит, они разведывали своим фейсом. Такой фейс-чек. Очень интересный термин. Фейс-чек прыгает, резолюшн с блинка, пытается забрать секси бамбу, но его подхилили, усыпил его Алоха Дэнс. Empire, по-моему, навязывать не нужно, им совершенно драться. Потому что они здесь в меньшинстве, правда, выживает Тини, приходит сейчас Queen of Pain у нас, Фанника подцепили, Фанник без маны, отправляется в таверну Фанник. Ну, если бы... А, у хвоста в кулдауне телепорт, вот да. Это, похоже, какой-то мискоммуникейшн. Ребята думали то, что хвост сможет подойти с телепорта, поэтому драку начали. Но у хвоста КД был. А клевера, в свою очередь, знали, что даже если Queen of Pain появится, то в драку перетянуться она не успеет, и поэтому вот так вот нагло залезли под тауэр. Все вообще движется в их пользу. То есть вот мы видим по графикам то, что они уже отыграли с 3000 голды на 1000 для своей команды. При этом еще то же самое по XP. И им нет смысла останавливаться. Нужно просто дальше идти и на любые замесы разводить. Еще есть такой приятный момент, то, что мы видим, Бамбу продолжает набивать себе блинкдаггер. И у него вот очень скоро он уже будет. Вот с ним тогда имперцам будет очень трудно. Да, потяжелее сразу же станет играть, естественно. Ну что, у нас достаточно активная игра, достаточно динамичная, но тем не менее Т1 вышки стоят и у команды 4CL, и у команды Empire. Надо, наверное, опачки, у нас, кажется, Магнус в миде забрал только что. Только что хвост, да, видимо, не дофармил свой блинк сейчас Магнус. Ну, бывает такое, там, последний крип, ты думаешь, а, сейчас дофармлю, но вот тут как тут. Проблемы у нас, неудобства возникают. Очень интересная ситуация возникнет. Такие вот Т1 вышки, которые стоят у клеверов вышка. Так, пайкать не отпаузить, видимо. Топ-хвост, по крайней мере. Что у нас там паник-то имеет? У паника 10 левел, вот-вот скоро он должен получить 11. И интересно, что же он все-таки будет покупать. Я смотрю на пик команды Empire и представляю, насколько же круто здесь будет смотреться Вейл оф Дискор. С Линой, с Попой и вот Тини, у которого... Тини пока что олицетворяет исключительно магический урон. Пока у него нету Аганима, он... физикой, ну, как бы не особо сильно бьет. Ну, так, 200 руки из подачи он дает. Ну, вот тут у него есть в ботле интересная руна, он будет иметь 200 плюс 200. И таким образом он, конечно, реально может очень серьезно прописать.
Ну, вот когда дабл дэмэдж кончится, всегда ДПС у Тини руками будет не очень большой. Вот сейчас хорошее решение от имперцев, поскольку драться они не собираются, и большая часть героев пакуется с квикпуш. То есть мы прекрасно понимаем, то, что Тини без БКБ здесь мало что сможет сделать, у него там на лице будут станы, замедление, и пакует себе аганим. При этом еще спалил смог атаку, очень хорошая игра от Резолюшена, и не могут догнать. Да, все отступили. Инициатор, который должен был начинать эту драку, сейчас не имеет блинка из-за того, что хвост его в миде чипанул за такой наглый фарм. Да, и пока Клевера стараются запушить тауэр, у них не самый высокий ДПС, все-таки единственное, кто есть, это гирокоптер, который больше является специалистом по урону по области, то имперцы начинают пушить по всей карте. Квапа ДПС имеет приличный, Тини, как мы видим, 200 урона ему тоже хватает, ну и в свою очередь Сан Кинг за счет своей пассивочки коп очень быстро убивает. Клеверам нужно... нельзя давать клевера. Вот он пошел за амбарь, за квапой, квапа убежал, остается Бэйн, замбарь... Хотят столовку, да, здесь подрезать? Такое, это суппорт. Слушай, вроде телепорт делает, ай-яй-яй, тут приходит у нас секси бамбу с кивером, подцепил он Алоха Дэнс, и... Ну, Бэйн отсюда никуда не уйдет, он просто тянет время, пытается отдаться в Эншента, отдал брейнсап на ЕГМ, ЕГМ его добивает, и таким образом получает денежки, которые он сможет потратить там на какие-то полезные айтемы, например, на Glimmer Cape, который, да, мне кажется, Рубику здесь первостепеннее, нежели чем сам блин. Ну, Алоха в этом моменте очень много времени выиграл, грамотно, что главное, чтобы команда этим пользовалась. Ну, вот тут Резолюшен какую-то непонятную драку решил начать, хотя, погоди-ка, прыгает Фаник, дает эпицентр, РПшечка от секси бамбук, вот много урона получает, отличный скивер от команды 4CL, два игрока команды Empire отправляются в таверну моментально, и ребята заканчивают эту драку убийством Сент-Кинга. Как же хорошо сыграл Бамбу, если бы он не дал реверс полярити в Квапу, и она бы она успела накричать, здесь, да? Там бы все могли моментально погибнуть, но... Квапа урона, кстати, вообще не занесла, ну, да, 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 он моментально ее нейтрализовал, и даже несмотря на божественную инициацию Фаника, клевера очень хорошо подрались. Пока что не получается синхронно, да, вот войти имперцам, дать все свои скиллы, чтобы хоть какие-то фраги сделать, и... смогли имперца забрать только Дарктира, и при всем этом Пайкат все-таки фармил. Он купил себе Сэндж, купил себе Огр Клаб, и это будет Блэкинг Бар. То есть не будет Пайкат у нас делать Синджин Яшу сразу же, наверное, купит БКБ все-таки, раз уж он начал после Сэнджа делать, ну, покупать Огр Клаб обычно. Для этого его покупают, собственно. И вот тогда-то команда Empire начнет проседать по дэмэджу, вот своему потенциальному, потому что, опять-таки, повторю, дэмэдж есть, ну, пьюру Квапы, да, и остальное там все магическое. Ну, мы пока повторим. Имперцам драться не нужно. Имперцы, они должны бояться клеверов как огня. И их задача просто вот так вот то, что делает сейчас хвост. Аккуратненько подошел, побил вышечку, при этом заранее поставил вар, чтобы можно было палить перетяжки врагов. Но, в свою очередь, клевера умны. Они чувствуют то, что где-то все-таки были поставлены варды, раз уж они их не нашли, и решили найти хвоста. Опять идет первый гирокоптер, и Магнус след за ним. Непонятно, почему же... Гирокоптер хочет напугать Квапу, и она убежала. Ну тут да, теоретически, если бы первый вышел бы секси бамбу, может быть, он успел как-то воспользоваться, да, эффектом неожиданности и за счет скивера как-то вот цепить, не дать блинк к Квапе, но все равно это было сделать очень сложно. Ну, может быть, Рубика вперед выслать там, ну, явно не хватает. Ну, явно не гирокоптера, да, согласен. И пошли у нас клевера по низу. Пока они вниз сверху, в свою очередь, Резолюшен забрал тавер, имеет почти аганим, и, ну, а навести Резолюшена можно было бы... Подцепили, кстати. Сейчас хвоста как раз таки за РП и отправляется в таверну мейн-керри. Вот та самая технология. Скьювер плюс телекинез. Телекинез был, ну, в общем-то, тут и без телекинеза отлично ребята справились. То есть не жалеет у нас секси-бамбу РП давать в кого-то одного, потому что он знает, что имперцы, они будут теоретически доджить драки. И вот сейчас, когда нету РП, Empire, возможно, попытается подраться, а Алоха Дэнс в Glimmer Cape заходит. Так, ну, он не смог никого вцепить. Бамбу готов, если что, ворваться. Но он сможет только с кибером увести. Вот сейчас очень опасный момент. Фаник прыгает. Секси Бамбу не смог увести Алоха Дэнс. Стяжечка, стеночка, все это по томбу. Сюда врывается Сэндкит, наносит неплохой урон. Но Секси Бамбу сейчас, кажется, выжил. Да, он успел скастить Шоквейв. Должна скоро зареспауниться Квапа, но Резолюшен уже умирает. Он прожимает стики, летит Шоквейв. Даблкил делает Пайкат. Стенка по-прежнему стоит. Простафится Фанник, хочет спастись, ну тут его уже, конечно, взять за жабры не получится, он спасется.
Очень хорошая игра от Бамбу в очередной раз. Вот он, Glimmer Cape на Undying, который сейчас засейвил. Да-да-да, то есть даже несмотря на то, что твоя инициация провалилась, и ты не смог хорошо ворваться, но, как мы видим, пространство он дал, где противники показал, врываются на Бамбу дальше, подходит панику, он один без ульта, нужно убегать, потому что остальные члены команды Empire рисаются, и Клевера продолжают по нетворсам отрываться. Я смотрю вообще на карту и вижу, насколько же много вардов у команды Empire проставлено, но как грамотно 4 CL благодаря смоку эти все варды игнорируют. Они уже который раз юзают смок, то есть да, они не загангали Queen of Pain, но тем не менее они прошли к вышке, забрали квапу, там, ну то есть несмотря на то, что у них не получается произвести ганг, они все равно не теряются, все равно делают положительные действия какие-то. Ну и смоки есть ли еще? Там должны быть, должны. Не, вообще вроде все использовали. То есть 9 минут кулдаун. Ну, он тут у Undying имеется. Вот, остался не смог, и самое время подумать о том, как они будут контестить Рошана. Потому что Рошана, в принципе, забирают, ну, и та, и вторая команда со средней скоростью. Ну да, с натяжкой тут можно, конечно, забрать Рошана. Интересный артефакт появляется у Паник. Магнуса. Проблемы. Подходит Бамбу в Лотари. Как-то агрессивно играет Глеб, потому что тут стояли сентри, а псы, он просто нырнул под гирокоптера. Да, 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 да. Он как-то реально странно копнул. И за это его наказали. Ну, такой Space Crit, как говорится. Он отдал себя, и в свою очередь свои тиммейты видели, где же бегают противники, и можно дальше попробовать что-то для себя повыфармливать. Вот интересно, портам. Длинно фармить барабаны. Барабаны на команду, конечно, не помешают. Но это наоборот хорошо. То есть сейчас имперцы чувствуют, что каким-то образом нужно выигрывать заметы, и Бамбу нашел резолю. ОРП прямо в инвизе. Секси Бамбу поставил на резолюшн, его подцепили, летит кулдаун, резолюшн. Никуда не денется отсюда. Очень-очень плохо. Хвост, кстати говоря, сфармил Аганим вроде бы, как у него должен быть Аганим. Ну вот он тащит или нет, не тащит. Но у него там очень скоро Аганим, я видел, у него там оверклап и посох хантовый есть. Ему нужно буквально где-то... А, вот даже он в курьере летит. Откуда-то хвост у нас еще достал 600 золота. Грифзы появляются у Дарксира. Да, переживать походу уже будут 4 сел, даже мощный прокат команды Empire. И Лотар на Магнусе реализован идеально. То есть мы видим, как пока Бамбу просто терроризирует имперцев, нападает на Бэйна, подходит Рубик, также Сикси Бамбу и Сникью, и в итоге Бэйн погибает. Ну, Магнус, честно говоря, MVP этой игры, если... Да, я с тобой абсолютно согласен, учитывая, насколько непростая у него была линия. Он делает реально очень много, 13 ассистов там, или сколько, 9 ассистов. Ну, сейчас вот казалось бы, да, то есть он понимает прекрасно то, что имперцы сейчас будут стараться играть в партизанскую войну, стараться где-то бегать по одному и не драться с ним, то Лотар, он позволяет тебе обходить многие варды, позволяет быть незаметным, нападать первым на, там, допустим, на Тини, на Лину, на Санкинга. Вот последние двое довольно-таки крупные персонажи. И в итоге имперцам нужна защита. Вот, Нофир уже купил гвардишки. Да, вот Empire, они свою защиту пытаются организовать за счет вардов, но уже который раз мы видим, как это не мешает клеверам делать какие-то фраги. Некоторые драки сами Empire провоцируют, в результате чего они отдают очень большое количество там золота и экспы. Но все-таки клевера тоже предпринимают грамотные попытки. Ну и вот на EGM очень хотелось бы обратить внимание на Рубика, потому что демонстрирует он необычный билд, и вот по такой игре этот билд очень хорош. Он вкачал пассивку максимум, игнорируя телекинез и фейтболт, понимая, что пассивка даст максимальный КПД в замесе за счет резистов. Да, так в том-то и дело, что у команды Empire пока что нету физического урона прям такого явного. Да, если там Сэнкинг копнет и дадут Тине сделать хотя бы там 2-3 удара, реально дэмэдж будет хороший с Аганимом, тем более с плэшовый. Но... не знаю. Нашли. Не знаю. Нико уснул, он успеет вакуум заюзать, а Лоха Дэнс уйдет здесь. Нужно дофармить свои артефакты. Вот Queen of Pain сделал Аганим, теперь нужен 16 левел БКБ. Тине тоже нужно БКБ здесь. Что касается Сэнкинга, он начинает покупать Вейл оф Дискорд. Во, вот это вот то, что доктор прописал, как говорится. Но он решил купить форстап для начала, чтобы быть чуть более мобильным, чтобы дольше в драке выживать и постоянно, то есть в драку возвращаться и копать, и копать, и копать, и сильнее, и сильнее, и чаще. Но пока что это не получается делать, потому что клевера, они, начиная драку, достаточно быстро ее завершают, убив там одного-двух кор-героев.
И грамотный мув от клеверов. Игрокоптер имитирует атаку сверху. Он так немножко попушил, и мол, сейчас мы будем забирать тавер. Но вот то, что он не пошел дальше, это намекает на то, что клевера... Ай, байт на иллюзию, ты посмотри, дали РП только что. 4 сел в иллюзию, они даже не поняли этого сразу. А тут хвост. Не спешит юзать Sonic Wave. Сакса аккуратненько отходит, у него еще есть томба. Фаник в опасной позиции, бамбу его видел, Фаника проблема, нужно форстапать, быстрее уходить, Резоль также может отойти. Так, отошли, ну молодцы. Ну по-хорошему клеверам здесь не нужно подставляться в драку, я только не совсем понимаю, что тут делал Сакса, ему не дали, судя по всему, отступить, а Резолюшн пытается драку спровоцировать, тосает Рубика чуть подальше, ЕГМ откапывается, юзает Глиммер Кейк, кастуется, эпицентр просто феноменальный. Пайкат отправляется в таверну только что благодаря игре Фанника и хвоста и Резолюшна, да и в целом команда Empire сыграла неплохо, и ребята получили огромное количество золота. Магнус, правда, там Лину добил, пока я Fight Recap смотрел, и ушел на блинке там, да, похоже. Ну, хоть что-то у нас Секси Бамбу как бы получил. И это все началось с байта на иллюзию, которую подобрал хвост. Отлично реализовали РП Магнуса. Как мы видели, сразу старались убежать, что Рубик, что Магнатавр быстро убежали на блинках, но в свою очередь зомби, он не такой быстрый. То есть ему убежать от Квапыса Кинга почти нереально. Его быстро догнали, разорвали, и в это время очень круто байтил Санкинг, который в итоге заставил их остаться. Да, нужно было как-то все-таки вот начать эту драку, поэтому имперцы так вязко двигались по разным сторонам, и в какой-то момент, когда они поняли, что клевера отдали слишком много скиллов, то есть там и томбу уже успели разрушить, и РП нету, и вакуума нету, они просто начали драку при помощи своих блиндегеров, которых у них просто тьма, ну и Квапа сама по себе тоже мобильная, и все это привело вот к таким вот результатам. Правда, у Пайката сейчас тут Blacking Bar появился, теперь это будет не так просто сделать. Но дамага, как мы видим, у него не так уж и много. У имперцев все еще есть шансы за место переворачивать. Потому что Тини, как мы отмечали, у него, конечно, не очень много ДПСа, но в целом 220 ему хватит. И БКБ уже на подходе. Если он пойдет в размен один на один с гирокоптером, то там еще неизвестно кто кого, потому что у гирокоптера тоже на замес немного, одна Санжьяша. И имперцы начинают готовиться к защите Рошана. Просто Тини, он может выпрыгнуть с блинка, дать полный прокаст, то есть тос-аваланс, да, сразу же там в какого-нибудь героя. И даже если это будет Пайкат, у которого БКБ есть, он просто не успеет его поражать, если Тини выпрыгнет, вот как черт из табакерки, откуда-нибудь там из лесу. Поэтому, да, Тини действительно способен много урона нанести, у него 16-й левел появился Blacking Bar, судя по... клиенту Dota 2, Рошана... который нам подсказывает. И Рошана отдавать нельзя. Клевера довольно-таки грамотно побегали вокруг Рошана, поставили апсы с интри, почти удостоверились в том, что врага нет вижена, но вот этот коварный вард, он докладывает. Да, он сейчас, похоже, просто похоронит команду 4 сел здесь, по-моему... И Клевера чувствует. Понимает, да, что да. Дело пахнет жареным. И Клевера понимает то, что раз никто не пушит вверх, там не пушит центр, довольно пахнет жареным, и лучше всего отойти, принимает защитную позицию, чтобы не оказаться под прокастом противника. Вот не в узком пространстве, когда будут находиться клевера, дать туда идеальный прокаст имперцам тяжело, поэтому они выходят с рошпита и пытаются шухеру какого-то навести. Правда, Фанник сейчас, кажется, попался, РП секси бомбу поставить не успел, стяжечка, форстап от Фанника, Фанник уходит. Хотя РП в ноуфира, не знаю, стоило ли оно того, ну ладно, это минус один в любом случае, хотя погоди, ноуфир живет, он успел еще скастить свой рассказ. Входит сюда Резолюшн, дает свой прокат. Вот где-то сзади юзает Sonic Wave. Пайкат потерял уже половину хитпоинтов. Работает томба. Пайкат пытается через свой третий скилл расстрелять команду Empire. Убили Тини, убили Лину. С другой стороны, потеряли только одного Дарксира. Сакса, кстати говоря, Лофиденс тоже должен догнать. Здесь гем покупает Сакса. Летит Шоквейв. И... даже вот РП в одну Лину не спасло команду Empire. И, по-моему, это РП было реализовано очень плохо. Потому что за время дизейбла они Лину убить не успели. То есть она, опять-таки, скастила вот все, что могла здесь. Ну, правда, ну больше повлияло то, что имперцы не успели перетянуться. Мы видели, как ходили они по одному. Сначала ворвался Санкинг, потом подошел Тини, там в последний момент подключился хвост и дал хороший ультимейт. Но в это время клевера уже разобрали там двоих, троих и числом задавили. Фанник неплохо сплетанул на топе. Ну там вообще вся команда Empire неплохо сплитпушила, поэтому Т3-вышка на топе у клеверов она очень сильно просела. У Empire, собственно, Т3 на миде.
не так сильно просела, вот на топе вышка вообще практически целая, ну и на боте тоже вышка целая. То есть имперцам здесь уж действительно играть легко. У Тини, у которого есть блинк и Black King Bar, ему нужно купить телепорт, и его тут, в общем-то, остановить может только либо сворованный финсгрип какой-то, либо вот РП от Магнуса, который будет поставлен на него. А так БКБ-топ аут, и все, тебя ничем не подцепить. Интересный мувы демонстрируют у нас обе команды, что одна, что вторая покупает гем. Понимает, что если ты будешь видеть своих противников, то Магнус может ворваться, Дарксир дать хорошую стенку, ну а Умперство, в свою очередь, там хорошая площадка для влета Санкинга. Поэтому сейчас основная задача — это побить все варды. Гем можно потом даже выложить, и тогда посмотрим, как у нас ребятки задвигаются. И самого, кстати говоря, удачного крипа починил Герокоптер сейчас. Наверное, было бы приятно иметь какого-нибудь волка рядом с собой, который дэмэдж бы неплохо бафал. Да тут к тому же еще и секси бамбу, у которого эмповер 4 уровня, он тоже способен дэмэдж неплохо бафнуть. Он так неплохо, разведчик. В принципе, если так подумать, то против Бейнайта крип номер один. Потому ну что да, ты можешь с рейнджа сбивать с его ультимейт. Рейндж действительно не маленький. Так, у нас прыгает секси бамбу, мажет реверс полярить, и это очень плохо, потому что сейчас тут могут из-за Рошана попытаться как-то подраться Эмпайра. Плохо, естественно, для 4CL. Хорошая позиция была для Бэйна. Остальные ребята были далековато, плюс горочка. Клевера могли хорошо раскастоваться, и поэтому пока никто не двигается. Даже несмотря на то, что РП у Магнуса нет, но заходить на Рошана имперцам все равно не стоит, потому что есть еще Дарксир с вакуумом, имеется зомби, который всегда может поставить тамбу на горочку, ну и Герокоптер, который уничтожит всех. Ждать. Ситуация по графикам у нас практически сравнялась. Там небольшое преимущество у клеверов, совершенно небольшое, неощутимое абсолютно. И Empire нам могут сейчас продемонстрировать очень интересный выход. Они сами видите, собственно, что делают. Так, нападает моментально на Undying, и вот уже без Undying драться тяжеловато, правда. Нико считает, что все-таки можно здесь какую-то драку навязать своему сопернику. Убивают Бэйна, очень мало хитпоинтов у Дарксира. Сейчас он тоже отправляется в таверну. Лино смогли убить очень быстро. Сэндкейн с эпицентром раскастовываются. Там же и Queen of Pain умирает. Магнус, у которого не было, в общем-то, РП. И Герокоптер остается совершенно один против стольких персонажей, у которых много инициации. Его здесь просто раскатят. Хороший подкоп от паника. Да, Файкан здесь умрет, это точно. Очень хороший выход от имперцев. Молодцы. Понимали, что РП нет, и нужно как-то попробовать развести. На Рошана идти не стоит. И смог атака — это самое верное решение. Неплохо ворвался Дарксир, но, как мы видели, все разбежались. Там не хватило Магнуса, и в результате, ну, почти дрались 3 на 5. Ну, по сути, да, действительно, клевера дрались практически 3 на 5, потому что Магнус, который был, собственно, живой, у него не было РП, а Undying убили. Undying ничего не успел скастить, и в этом основная проблема, потому что без тамбы очень легко можно раскаять этого Герокоптера, да, тут у нас блинк форстап на Санкинге, блинк на Тине, с блинком у нас и Queen of Pain, поэтому здесь достаточно просто было с этим Герокоптером подраться, но, тем не менее, имперцы продемонстрировали великолепный мув, и сейчас они... Ох, какой же неприятный клэп, ты посмотри, баш! Рошана хвоста, еле-еле убивают этого Рошана сейчас имперцы. Понимают они, что им надо моментально отсюда расходиться, иначе их соперник просто изничтожит. Резолюшн подобрал Аегис, и он уже может позволить себе муншарт купить, но он будет делать Керасу, что, в общем-то, намного правильнее. Да, Резолюшн переходит уже в ту стадию, когда нужно как-то убивать Герокоптера, и он фактически керри номер один. Есть, конечно, Квапа, которая тоже может бить срочек, но Квапа у нас предпринимает позицию Дизейбера. Покупает для себя Хекс, цель, в принципе, одна. Это помешать ворваться Дарксиру, помешать ворвать Магнуса. В принципе, самое главное, чтобы ты обломал комбинацию, и тогда у тебя высокие шансы для выигрыша тимфайта. Что у нас Герокоптер-то имеет? Герокоптер, по сути, ничего нового мало. Не приобрел за последние там минут 5. Купил себе доминатор, и сейчас у него там порядка 2000 золота, там 1700. Захочет, наверное, пайкат сатаник себе купить. Да, вот самое странное, что он довольно-таки долгое время не стакал крипов, не знаю, может быть, они там зафармили их, я этого не видел, но вот сейчас самое время начинать это делать, потому что вот в этом месте, даже если имперцы придут этих крипов убивать, то здесь можно подраться идеально, и нужно как-то заманивать. Да, не будем забывать то, что и у клеверов, в общем-то, тимфайт великолепный, с РП, стяжкой и стеночкой, плюс тамба. Я смотрю на Undying, у него денег особо не прибавляется, и, наверное, Сакса хочет сфармить себе какой-нибудь Аганим уже. Смотрелся бы действительно очень круто. Ну, больше похоже на то, что... Сейчас,
ответ. Больше похоже на то, что он просто будет ставить все варды, понимая, что какой-то Рубик, он будет в разы полезнее, если у него будет артефакты. Вот можно обратить то, что у Рубика есть уже Glimmer Cape, и он дает оверклап, и это будет там либо Аганим, с которым можно очень много чего наворовать, все-таки у врага 4 сильных кастера, либо какой-нибудь БКБ, чтобы тебя на верочку не убивали. Тиммейты действительно у команды Empire очень сильные, и каждый из них усиливается Аганимом. Причем весьма серьезно. Ну, Рубику Аганим можно купить даже не только для того, чтобы, опять-таки, аганимные ульты воровать у соперника. Просто у него радикально снижается кулдаун на спелстил, и ты можешь очень много скиллов за драку дать хороших. Ну, там жестко. Ты можешь своровать ульт Санкинга, ульт Квапы, ульт Лины, ульт Бейна, и все это в ответ накастовать. Да-да-да. Причем там все это аганимное будет. Неважно, причем есть аганим у соперника или нет. То есть здесь, в принципе, Рубик, он может как вообще третьим кэри заехать, если одну драку сможет хорошо покастовать. Так, ну имперцы. Они, в свою очередь, собираются реализовывать Аегис. В принципе, там Кираса на тени имеется, Хекс у Копа есть. Никаких айтемов ждать не надо, потому что все необходимое имеется. И нужно спровоцировать на драку. В очень интересном месте стоит Паник, и за эту вышку, по-моему, Клеверам лучше просто не сражаться, потому что позиция здесь очень удачная. Заходить вверх по High Ground против Резолюшена, у которого есть Аегис, не стоит. И понимают это прекрасно Клевера, и отдается отступление. Т2 Тауэр на 37 минуте, в принципе, не так страшно, когда у тебя уже такие нетворсы, и вот это вот там 1500 голды, они не сильно чувствуются, так что можно пожертвовать. Но вот эту вышку нужно защищать. Бамбу ворвался, Резолюшена увезли, стараются убить его без РП, но Резолюшен отступил, подходит Dark Seer, стягивает, Паника зацепили, ой-ой-ой. РП Секси Бабу не смог дать, это был супер кекс от хвоста сейчас, и байбека-то как раз-таки нету, у Секси Бабу врывается пайкат, тамба работает, уже много зомбиков она наспамила, Панику сбили, блин, дагер, поэтому эпицентр хорошо скастовать и не смог. Резолюшен под Блэк Кингбаром пытается один как-то сражаться с командой соперника, но один в поле не воин, как мы знаем, если это не Герокоптер с тремя рапирами или Эмбер Спирит с двумя рапирами. Да, получается так, что Эмпайр проигрывает здесь драку. Но хвост был просто красавчик. Он дал очень важный хекс. Это позволило все-таки прервать инициацию команды соперника. Ну да, и сама драка была уже проигрышная. То есть хвост, когда дал хекс, тут, наверное, стоило убегать, потому что Санкинга стянули. Когда его стянули, ему нужно убегать, ждать, пока пропадет кулдаун на блинк, когда он сможет хорошо влететь. И в итоге Санкинг на эту драку нанес 80 урона, то есть вообще ноль. Песочком там. Да, песочком. Попугал соперника, наверное. Вот, ну и Клевера молодцы, очень хорошо защитились. А тут хвост в инвизив, посмотрите-ка. Ну, толстый ник, не стоит рисковать, все-таки пайп, грейвзы, это танк. Подцепят еще. Танков не надо убивать. Могут еще танков подцепить, надо, да, доджить. Киллеров надо искать. А вот там, и... или дамагеров. Вот и Баттерфляй, собственно, подъехал. А что там, Сатаник? Нет, Сатаника еще нету, конечно же, у Пайката. Очень хороший выбор от Пайката. То есть пока ты в БКБ, единственное, чего тебя могут пробить, это связы. А связы бьют один тени, и бабочка дает тебе, во-первых, очень много армора, довольно-таки много агилити, и мясы. Чтобы его убить, нужно МКБ, но Тини до МКБ далеко, потому что он уже купил Кирасу, и вот сейчас нужно как-то поторопиться Резолюшену, чтобы можно было хороший ДПС внести. Ну, ему нужно драку выиграть, собственно. Нафармить уже так быстро Манки Кингбару не сможет. Вот если он переживет драку, хоть какую-то, неважно даже победную для Эмпайра или нет, ему главное пережить и какие-то фраги сделать. Секси Бамбу пытался подцепить здесь, но опять вот дают игроки команды 4 CL все скиллы в одного фулл саппорта. Не является ли это... Да, ошибка это не является, потому что остальные имперцы слишком далеко, чтобы как-то продолжить эту драку. Это был такой предупредительный врыв. Он просто ворвался, промазал, убедился, что никого нет, и тогда остальные подошли. Ну вот реально, если бы здесь было бы побольше игроков команды Empire, вполне вероятно, что вот эта драка могла очень плохо кончиться для клеверов, когда они вакуум, скибер, все потратили в одну лину, которая наверняка успела... А, она успела раскастоваться, да? Да, она реально дала все свои скиллы. Ну там такие хп, что... Да и такие резисты, что в принципе вот этот прокаст от лины, он уже не чувствуется. Да, он чувствуется только при поддержке своих тиммейтов, естественно. Если ты никакие скиллы, кроме Лагуны, Лайтстрайк Эрэй и Драгонслейва не кастуешь, то понятное дело, что там что слону дробина этому Пайкату или Нику, которому пайп, гривзы, ему просто все равно. Вот мне в целом нравится идея Ноуфира, что он сейчас хочет сделать, это купить себе Аганим. Все-таки есть у него Квин оф Пейн, которая, я так понимаю, варит рефрешер, плюс там, допустим, Аганин и Ультлина, это в сумме 850 урона. И в принципе, если вы быстренько среагируете, все кинете в одного Дарксира, то никакие там пайпы и грейвзы его не спасут, то он умрет сразу. Очень хороший лейтгейм потенциал. Наверное, один из лучших. Посмотрим, как получится у Ноуфира сыграть. Я пока что могу сказать то, что у команды Vega Squadron
а с саппорт Ливны получается играть немножечко интереснее, но она просто больше имеет. Это, конечно, не про, ну, как проблема Ноуфира конкретно, а проблема, ну, как всей команды в целом, потому что, ну, Вега Сквадрон они так очень часто играют, поэтому их стратегия заточена вот под Соло, который играет на линии, у него постоянно какие-то кромешные артефакты, там на 20-30 минутах, фейзы, драмы, аганимы, он очень много имеет. И Бамбу пытался поймать Бейна. Получилось. У нас летят вардишки для Империи. Вот очень важный артефакт появился у Герокоптера сейчас. И вот Клевера, они сейчас смотрятся реально сильнее. Вот если они пойдут драться, они могут... Да, единственный такой момент, то, что очень тяжело заходить на ХГ, потому что мы видим по графикам, в принципе, все находится в нуле, ни одна, ни вторая команда сильно не доминирует, и если ты зайдешь на ХГ, то как одни, так и вторые могут дать хороший прокаст. Это даже не бить ручками. Просто зашел, кинул спилы и отошел. Поэтому самое время подождать Рошана. Может быть, там повардить, каких-нибудь там слотов подкупить. И очень хороший мув от Герокоптера. Он нашел агра, который значительно повысит его выживаемость драки. Да. Интересно то, что имперцы нашли дабл дэмэдж, но почему-то не отдали его резолюшна. Квост у нас забрал ДД. И хоть в тимфайте Клевера смотрится сейчас немножечко посильнее за счет баттерфляя Герокоптера, ни в коем случае нельзя делать так, чтобы у резолюшна были развязаны руки. Потому что тимфайта ты можешь выиграть, а вот сторону можешь потерять. Да, если да. Где-то вот Клевера будут далеко и без телепорта. И не хочется рисковать, потому что, ну, на месте импара они все делают грамотно, они продолжают качать тени. Ой-ой-ой, это муншар все-таки будет. Да, Resolution решил без МКБ. Продолжит. А Клевера знают, что если тени один раз хорошо подерется, неважно где, то он тебе всю базу сломает сразу. Это как такой некий... Да, некий Кинг-Конг Dota 2, потому что у него там нереально ДПС по зданиям, и в этом случае рисковать не хочется уж точно. Ну, недавно у нас почувствовали команды, что играть через тени можно и без виспа, то есть он великолепно справляется. Да, отличный герой, да, в принципе, прокаст у него есть, он в начале игры довольно-таки полезен. В лейте у него отличная пассивочка, очень много дэмэджа, и нашли Алоху. Алоха очень хорошо может... Форстав телепорт. Ничего себе, слушай, он убежал. Ну нет, у Вижена совершенно никакого у ребят. Гем у Дарксира, Дарксир был далековато. Дарксир, кстати, начинает у нас делать, скорее всего, Шиву, хотя может это и Хекс. Что там у нас у Queen of Pain? У Queen of Pain рецепт рефрешера. То есть, в общем-то, хвост сейчас затарится очень опасным артефактом. Два Sonic Wave, два Хекса, ну, в основном два Sonic Wave. Два блинка, это тоже мощная фишка. Ну, обычно как делают? Блинкаешься в замес, юзаешь Хекс Sonic, рефрешер Sonic. То есть, там... Второй хекс ты там чуть попозже заюзаешь, то есть в основном два Sonic Wave используется. Ну, действительно это приятно, что у тебя блинк сразу откатится. Чуть что, сразу можно ретироваться из драки. Имперцы убивают агра разведчика, который стоял на Рошане. Теперь главное отойти, потому что Клевера знают их позиции. Жмут смог для того, чтобы можно было быстро отступить, и у них есть варды. Ну вот сейчас серьезный мангеймс начинается. Никва заспамил щиток. Клевера прекрасно понимают, что имперцы на горе и не хотят идти. Их видят, да, их видят. Сейчас видят Саксу. Кстати, Саксу надо убить первым, потому что у него томба, но тут должны дать грифзы. Никого, по-моему, вообще ничего не успел скастить. Уже без андайинга Клевера нужно продолжать здесь драку обязательно имперцам. И зажато смотрится очень сейчас команда 4CL. Они, тем не менее, стараются как-то не убегать. Здесь вот, пожалуйста, у нас тяжка стенка, РП-шечка от Секси Бамбу. И неужели вся команда Empire пойдет? Resolution старается драться, но ему не пробить пайката, у которого баттерфляй. Минус 4 от 4CL. Даже без андайинга, даже без томбы. Ни одного скилла не скастил Сакса, и все равно драка выиграна Клеверами. Это с ума сойти. Это был потрясающий мув от EGM, ну и вообще от всей команды. Таксист спрятался на горочке. Он понимал, что имперцы сейчас всей командой пойдут. EGM стоял один и байтил, просто принимал удар на себя, понимая, что он не самая ценная фигура. Ну а Магнус с Герокоптером уже финальной атакой завершили. Да, если бы то же самое сейчас проделала команда Empire, не исключено, что Клевера потеряли бы не одну сторону, а две. Хотя тут, погоди, тут может быть реально минус две стороны, потому что на ренжовый барак просто наплевали сейчас Клевера. Они забирают Т3-вышку на боте, начинают покусить милишный барак. Они передают привет Каспер, да, убивают только миличные бараки и отступают. И в идеале для них сейчас еще было бы забрать Рошана, потому что 35 секунд нету тини. В идеале было бы еще и ренжовые бараки забрать тоже. Да, они подумали, бог с ними, с этими ренжовыми. Да. Бараке, но лучше забрать Рошана. Это реально намного нужнее. И у Пайката уже есть сатаник. То есть у него куплен рецепт, на Ривер у него денежки тоже имеются, хотя Пайкат наверняка их тратить не будет, оставит на байбек. Хочется как-то увереннее сыграть. Ну, очень хороший выбор.
все-таки демеджа, как мы видим, хватает. Слушай, под эмпауэром у тебя там 400 с лишним. А похоже, имперцы будут контестить этого Рошана, не хотят его отдавать. Правда, ставит сейчас томбо. Эпицентр только через 5 секунд. Рошан практически уже мертвый. Соник Вейв кастуется, Queen of Pain. Нику обрывается на хайграунд. Герокоптер подрубает БКБ, берет Аегис, пытается подцепить здесь хоть кого-то. Да, Локо Дэнс, похоже, нет, не выживет здесь, умирает. Зомбики гонятся за ноуфиром, и, в общем-то, на этом все закончилось. Ну, отделались легкой кровью имперцы, они тут, конечно, могли больше героев поддать, но попытаться, наверное, стоило действительно, потому что нужно уже как-то рисковать, раз уж такая ситуация патовая у нас возникла. Прям проиграна драка, и у Пайката так много айтемов, он сейчас себе еще реально может притащить сатаник, вот он тащит рецепт. И доделывают свою работу клевера, добивают рейнджовые бараки. Секси бамбу, смотри, что творит! Смотри, что он творит, о боже мой! Он возит скипетера в ноуфира, хотя мог теоретически через РП подцепить Тини, не стал рисковать. Да, на ровном месте вот сейчас имперцы отдают еще один фраг. Можно поразводить на тимфайт. Находится на базе, их пятеро, есть Аегис. Идти на другую линию нет смысла, можно побить Т4, потому что имперцев видно. Ну тут такие артефакты, у Пайката появляются. Матус, ты появляется. Смотри, что он творит. Дубль 2. А у него на еще рефрешер. Он рефрешер купил на базе соперника, и сейчас можем быть РП, но нет, Секси Бамбу не стал его кастить. А Локо Дэнс пытается как-то стрефиться, уступил Секси Бамбу. Это очень важный момент. Резолюшн бежит за тамбой, пытается ее разбить. Здесь два Соник Вейва, но все живые у клеверов. Боже, как же больно. ЕГМ ворует Соник Вейв, кидает его в ответ. Эпицентр с подкопом в одного Никола. Дэмэджа очень мало. Магнус кастил РП, прожал рефрешер, но у него просто нету маны. Сейчас мана появится, и ГГ пишет на Локо Дэнс. Да. Похоже, клевера первую карту выигрываешь. Такой завершающий реверс полярити от Секси Бамбу. Феноменальная карта, мне очень понравилась. Очень интересно играли команды. Потрясающее исполнение связки. Дарксир, Магнус, Герокоптер, даже оставаясь в меньшинстве, даже когда противник тебя давит, и, казалось бы, многие примут решение убегать, они разводили и показывали лучшие моменты для мувиков. Да, наверное, имперцам следовало чуть побольше сплитпушить, чуть побольше артефактов добрать на том же самом Тине, потому что нужны ему были, наверное, еще здесь Манки Кингбары какие-то, потому что когда появился Баттерфляй Герокоптера, с ним тяжело было сражаться. Ну, я добавил, что еще нужно было просто играть осторожно, потому что, как мы знаем, если Магнус положит в РП троих-четверых, то в любой ситуации ты уже...